Инженеры будущего – так можно назвать ребят, которые сегодня осваивают современные 3D-технологии. В эти дни в Ярославле впервые проходит региональный отборочный этап Всероссийской олимпиады по 3D-моделированию. Мероприятие организовано при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства образования и Агентства стратегических инициатив Ярославской области. Площадкой для проведения Олимпиады стал Ярославский колледж управления и профессиональных технологий. Именно в этом учебном учреждении создана база для обучения студентов 3D-наукам. Сегодня здесь собрались посоревноваться 20 школьников из Ярославля и Рыбинска. Участникам предстоит продемонстрировать мастерство объемного рисования, создать трехмерную модель и распечатать ее на принтере. За их мастерством наблюдают специалисты из ассоциации 3D, которые в дальнейшем могут стать работодателями для этих ребят. Также победители получают право представлять регион на всероссийском этапе Олимпиады, который пройдет в апреле этого года в Артеке. Я считаю, что это профессия будущего. Уже через пару лет можно будет печатать на 3D-принтерах не только какие-то мелкие детали, а уже, допустим, и органы человеческие для больных раком и так далее. Главное, что мы понимаем, сможем получить в результате этого проекта, это возможность, во-первых, внедрения новых образовательных технологий, во-вторых, приближение того, что мы даем в рамках общего образования и дополнительного образования к тому, что сегодня максимально востребовано.